Привет, Саня. Что ты тут смеешься? Смотрю. Видео смешные. Ну-ка, привет, мой друг. Привет. Ну что ты тут смотришь? Ну что я смотрю? Ну давай. Ой, как красиво, Саня. Ну что? Слушай, я сегодня делаю везде порядок. Ты должна мне сегодня помочь. Я хочу, чтобы ты сегодня пошла, перебрала все свои слаймы, которые там хорошие, которые не очень, потому что я боюсь взрыва в доме. Нет, не будет никакого взрыва. Ну окей, я тогда выключаю компьютер. Давай, выключай, идем с тобой тогда, хорошо? Какой белый базар. Ой, у нас сегодня привет, друзья, еще раз. Очень страшная погода, буря сегодня была на улице, страшнейшая, поэтому мы сегодня с Аней сидим дома. Я только закрою дверь. Ну-ка давай, Саня. А почему ты уже сложила? Я ничего не сложила, просто я хочу, чтобы ты все перебрала. Ну, я слаживать ничего не слаживала. Я хочу, чтобы ты... Ну давай, Саня. Ну, окей. С кого начнем? Давай ты показывай, с какого начнем. Я хочу, чтобы ты посмотрела, которые еще хорошие. Да хорошо, с которого. Ну давай начать. Все, давай все смотреть. Вот это. С которого начать? Начнем вот с этого. Ой, это не лизун, это хэндгам мой. Очень старый. Смотрите, он как камень прям. Почти камень. Ну, это настоящий хэндгам. Какой-то вот зеленый, он такой. Вот с такой вот, короче. Он мне, вот с таким мне не очень нравится. Мне больше нравятся слаймы, чем хэндгамы. Вот он такой. Он очень он еще такой... хороший, пригоден. Он жесткий. Надо его выбрасывать. Нет, но он такой странный. Вот, вот он не прыгает. Ну, короче, какой-то... Мне только очень понравился контейнер, в котором он был. Это яйца. Под яйцом. Ну так. А тут что у тебя, Саня? Это сквиши. Нет, так это так сквиши, но вот там вот там что-то... в контейнере, не показывай. Не показывай. Ну давай. Ну хорошо, сейчас вот этот покупной лизун какой-то. Контейнер очень грязный у меня это. Неси я вот так вот. Все. Он такой вот какой-то. Ну, у него цвет очень красивый, он весь перламутровый, очень нет, классный. Нет, у него блестки там. Ну, красивый, он таким был или ты его уже нет, тут немножко сделала? Нет, он был такой. Он вот не тянется мне вот это, как вот просто покупной. Я не знаю, может изменить этот слайм. Давайте? Ну, давай, окей. Пробуй. Окей. У меня вот тут есть вот эта паста. Ну, ты испортишь его, Саня? Не испорчу, не он уже и так испорчен. Моим руками. Ну давай. Скажи стоп, когда. Так я не буду говорить ничего, потому что я не знаю в этих делах твоих вообще тут ничего ну не вот. Понимаю. Смотри, да, мама сегодня злая-призлая, потому что я хочу, чтобы тут порядок был. А тут я боюсь, что взрыв будет дома от этих слаймов. Ты помнишь, что было? Нет. Когда ты еще... Это была слизь, ребята, это была слизь. Это но была... все равно она взорвалась, и она у тебя тут так страшно взорвала. Смотрите. Ну хорошо, она давай, зубная паста, что она сделает? Она размягчает. Вот, видите, ага, она все, как желе сделать вообще. Нет, он сейчас размягчится. Это такой большой слайм. Ну запах зато очень вкусный, пахнет зубной вот, пастой. Вот, понюхайте. Да. Ну вот, видите, он начинает тянуться больше. Да. И что он уже такой засохший. Ну, знаете, покупной просто лизун. Так что, ты добавляешь еще пасты? Ну, да. Саня? Да. Вот, зачем? Смотрите, он, вот, мама, говорю, чтобы размягчить. Ну, какая неприятная текстура его сейчас. Такая уже неприятная. Ну, вы знаете, я так не знаю, как там другие родители, но я по этому поводу не знаю. Мне как-то, знаете, вот когда покупаешь, и он вот такой вот там текстуры, как Саня говорит, да, но когда начинает дитё эту текстуру менять, вот это меня немножко как-то, знаете... Ну, ты понимаешь, что все слаймеры так делают? Ну, я понимаю, но мне как-то это как-то страшно, потому ну, что... Ну, вот, смотрите, он ну, это начинает. Очень теперь уже ужасно, что тут сделалось. Ну, это не ужасно, Саня. Ты по... Мама, блин, ты не смеши меня. Ну, очень некрасиво что-то получилось. Но, смотри, это очень большой слайм. И для его надо очень много пасты. Не ешь?
каши, даже зубной пасты вот, не открываешь. Вот столько я еще добавила. Да. Она фиолетовая. Да. Вот, смотрите, как видно. Хорошо. Ну, я вижу. Давайте пока Саня тут качает. Если вот, вот этот вот в M&M's был вот такой, как вот... Вот только что был вот этот слайм, да. Но я в него добавила чуть-чуть пасты, не что он маленький, и он стал очень хороший. Угу. Ну, помнишь, я тебе... А паста имеет значение, какая паста? Там мятная или какая-то? Вообще не имеет значения, со флором, там, знаешь, как бывает. Имеет значение, если паста простая и с глицерином. Паста с глицерином не бывает. Бывает только крем, Саня, с глицерином. Глицерин – это для ногтей и ручек, чтобы мягче было. Но в пасте... Нет. Ты что-то... Не в пасте, в креме бывает. Так вот, имеет значение, если крем без или с... Тогда размягчает. Ну, вот смотрите, он какой уже хороший тянется вот так вот. Но вообще текстура не очень. Не очень. Еще надо. Вот, короче, у нас дома теперь не пасты. Это моя уже... паста, она исследовала. Это да, я. Да. Но вот видите, вот у Сани стоит тут на столе первую? Уже. Да, ну этот, что мягчитель, да, ткани, да, для черной, потом идет воздухоосвежитель все дома. Вы знаете, мы вообще сейчас останемся. Вот смотрите, он уже начинает тянуться. Я так рада. Этот слайм был такой неприятный, а сейчас он более-менее уже тянется. Если что, мы добавим воздухоосвежитель. А что воздухоосвежитель делает? Загусти. Ну давай, освежай, Саня. Или первол, или аэрвик. Освежай, мне кажется. Нет. Вот. Почему? Смотри, вот смотри, какой он мягкий. Уже. Видишь? Вижу. Чем он изменился? Вижу. Так может, вот. Может, хорошо? Да? Как ты думаешь? Да. Я думаю, хорошо. А это хорошо, что он к ручкам прилипает твоим вот так сейчас вот? Сейчас не очень. Вау, вот это знаешь, что теперь пузыри, наверное, пойдут с него дуть хорошо, да? Да. Сейчас чуть-чуть добавим освежителя воздуха. Да. Ну-ка, давай. Смотрите, вот так я добавляю, чтобы не брызгало. Вот. Хватит, думаю. Ужас какой. А это, может, дома нельзя повторять другим ребятам? Или это там дома можно? Можно. Это всем можно. Это все слаймеры такие делают? Да. Ну, это бяка, фу. Ну, смотри, какой Саня. Он классный. И он уже не липнет к рукам. Все, мы слайм изменили. Изменяйте со мной. Ну, молодец. Вот, смотрите, какой он сейчас. Сейчас я покажу вам его текстуру. Он липает чуть-чуть. Закрой, может, эту пасточку, да, чтобы не посохло там все. Ну так, вот контейнер. Ну вот, он вот так хрустит. Вот как он хрустит. Да, я слышу, суперски хрустит, это точно. Кликает. Да. Надувает пузыри. Фу! Опять хрустим. И опять все снова. Ну вот, вот такой вот у нас сейчас очистим стол. Так этот хороший. Угу. Этого оставляем? Да, не смыем. Ну давай этот оставляем. Что дальше? Это будет изменяющий какой-то слайм. Сейчас я пойду руки мыть. Сейчас вернусь. Сейчас мы будем смотреть вот этот уже мой измененный слайм. Это вот такой вот M&M's-ик. Вот. Вот. Он хороший. Ты его тоже изменила уже, да. Саня? Да. А зачем? Нет, он был вот такой же желейный, не тянулся. Ну, он чуть-чуть липнет к рукам, но это не... Ничего страшного. Сейчас я вам покажу текстуру. Кликай. Лучше, чем тот. Да. Хрустит. Ничего, не очень хрустит. Или он слишком маленький для этого. Делает пузырики.
Очень хорошо. Это мой один из любимых. Ну, мне очень нравится его эта коробочка такая суперская. Суперская коробочка. И цвет красивый. Мне вообще, знаешь, слаймы нравятся, которые красивого цвета. И вот тут а еще... Саня, а как вот эти твои слаймы, извини, вот эти, что ты делала в предыдущем ролике вот с ними? Вот это вот они во все. Я, да, так я вот навела камеру на них, но я что хочу сказать, они еще, ну как говорится... Я еще его в них добавила, что это? Ну они как, вообще-то еще можно да, с можно. Ними играться? Только вот этот чуть-чуть не важно. Так надо выбрасывать, Саня, то, что нехорошо, потому что я боюсь взрыва дома. Саня, ты не смейся, я тебе говорю. Я тебе говорю. Ну хорошо, будем этот уже убирать в контейнер. Он хороший, все окей. Ну окей. Давай. Сейчас. Это тоже еще не будем выбрасывать. А вот там вот, что это такое? Вот за вот это и вот это очень некрасиво, что-то такое. А это вообще ужас. Что это? Это слайм нового рецепта. Ужас. Вот. Это вот такой маленький мой слаймик. Да. Это маленький кусочек, который не поместился в вот эту банку. Да. Это маленький вот кусочек. Но это тоже с пастой и так далее. Этот слайм мне нравится, он маленький, удобненький. Потом вот этот слайм. Он очень пахнет освежителем. И от него что-то льется в мне. Ну хорошо, но я вам его покажу. Он хороший, если так его размять хорошенько. Но из него чуть-чуть выливается загуститель. Вот, смотрите, вот такой вот стол, видите? А вот когда с ним поиграешь, вот такой. Да. Вот это вот. Да, но он хороший, он тянется. Вот, смотрите, кликает. Нет. Не кликает, Саня, этот вообще, смотрите. Он тихарик. Тихарик! Нет, он, знаешь, такой тихенький слайм. Все тихо. Ну смотри, сейчас будем делать маленький пузырик. Класс, пузыри выходят. Ну давай, ложи обратно его. Стол, простите, но я не буду вытирать. Потом вот такой ниндзя слайм, тоже измененный. Но его очень мало осталось, не я с другим смешала. Вот с... Сейчас покажу. А есть у тебя оригинальный слайм, которого вот как покупали, как купила, вот так и есть. Он без всяких там нету. Ты все. Нет, все... только. Нет, этот тоже нет. Хенгам тоже нет. Нет, все, да, у тебя какие-то этот немножко. С шампунем. С добавками, да? Угу. От Miss Sunny, это да? Вот ниндзя слайм. Да. Подделка ниндзя слайм. Почему подделка? Это подделка из Кинии. Мне она очень маленькая. Ниндзя слайм больше коробочка. Ну, может, это... Это не... Это ну, подделка. Ну, тут смотри даже. Это... Ну, это подделка. Не свод. Это фанни слайм. А там должно быть написано ниндзя слайм. Ну вот, кликает. Хрустит. Он очень маленький, так не очень неудобно. Липнет к рукам. Ну, хороший слайм. Оставим. Окей? Молодец. Давай оставляем. Потом это пенопластовые шарики. Потом этому слайму уже 3 месяца. Не надо, не будем. И я его сделала, не трогала 3 месяца. Не надо, я не хочу. Давай, Саня, я тебе говорю и прошу тебя. Все выбрасывать сразу, мусорный ящичек отлаживаем это все. Это вот сюда. Так. Это сюда. Да, молодец. Потом вот такой слайм, я его тоже достаточно долго не... Я только знаю, что мне надо аромы, но у меня ее нет. И он очень пахнет, вот никак. Ой, попробуйте. Не хочу, спасибо. Этот слайм вот хороший, но я его не хочу доставать, если он чуть-чуть, ну, такой странненький. Может, тоже выбрасывать? Нет, давай я не буду его выбрасывать. Потом пойдут мои любимые слаймы. Ну, давай. Эти вот. Любимчики? Ну, нет, это не все любимчики. У меня тут контейнеры очень такие не очень грязные. Ну, грязные. Это вот такой мной сделанный хэндгам. Угу. Вот. Ну, хэндгам, так это, ну, это не слайм. Он хрустит вот так. Его можно вот там
Мы попробуем растянуть пузырь. Ну вот, видите? Ну да. Это я его сделала. Так вот. Потом вот такой вот бирюзовый слайм, который липнет к рукам, я помню, сколько. Да, он и сейчас липнет. Ну, с какими-то добавить шариками. Да, это пенопластовый. Вот, добавили. Звоночек. Ароматизатора? Нет! Воздухоосвежителя? Да, это воздухоосвежитель. И он, короче говоря, загустевает слайм. Загущает слайм. Загустел, да? Ну, не густеет. Очень. Густеет, надо говорить. Густеет он, Саня. Ну вот. Супер. Надо быстро. Но я очень не люблю, ну, вот так вот делать. Очень не люблю. Почему? Перемешивать с активатором. Саня, у меня уже все голова пошла кругом от твоих воздушных замков. Саня, я тебе говорю, точно. Смотри, но он вот так. Сейчас чихать начну. Это вот такой сноу слайм. Плюс кранчи слайм. Да. Вот видите, у него видно даже снег. Но это не я делала. Если бы вы чувствовали, я не могу передать вам, какой запах у нас стоит в комнате. Это какой-то ужас. Ну, давай откроем немножко окно. Это запах ванили. Вот такой вот очень приятный. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Ну вот. Я сейчас чихать начну. Это слайм оставляем. Пока что только один слайм. Но вот сейчас произойдет жесть. У меня тут вот такой шарик светящийся. Шармик. Да. И что ты будешь с ним делать? Нет, ничего, просто он. А я уже подумала, что ты его вложишь в слайм. Так и было. Да, и как? В этом слайме. Класс было? Это вот такой этот фиолетовый слайм, который мы сделали с вами. Но чуть-чуть он очень такой странненький, странненький. Ну вот, добавили загустителя. Если он очень липнет. О, смотрите, я сразу начал липнуть. Не так липнуть. Нет, ну мне он такой классный был, но он сейчас такой странненький. Смотрите, ну он тянется, он все делает, все функции. Но он не хрустит, не кликает. Может, это джелли слайм? Давай попробуем. Да, ребята, это джелли слайм! Ура, я думала, что он уже испортился. Ну вот, он вот так вот дризлит, он не дризлит. И еще загуститель. Пошел загуститель. Лучше я вот что. Это будет поэффективней. Не обращайте внимания вот на это вот. Это остатки кранчи слайм. Только Саня не переборщи. Не переборщи. Льется? Льется. Да. Вот, столько я добавила, вот видно, видите? Сейчас я буду понемножку добавлять. А как, мам, тебе запах этого первого? Ну, я не знаю, Саня, даже что тебе сказать. Я в шоке вообще. Какой? Видишь, тебе? Что я молчу сегодня совсем как-то. Ага, да? Как-то странненько станет. Да, 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 да. Вот, ну, смотрите, он... Ничего не говорит. Уже... Как-то... Я знаю, что слаймомания уже везде, по всему миру уже пошла. Угу. Так что раньше были всякие поняшки, были всякие там вкусняшки, были всякие, я даже не знаю, куколки, бибиборны у девчонок. Ну, я не знаю, ну что еще, ну всякие, а теперь все. Все это вообще, это слаймы везде, у Сани в школе, все девчонки, подружки в лагере, где они были, все прям болеют этими слаймами, ну не и знаю. И я в том числе. И ты в том числе, да, Саня. Вот смотрите, вот. Мне не нравится этот загуститель, и от него остается следы на столе. Да.
Вот смотрите, он не кликает. Ну, короче, я этот слайм попробую. Давай ложим его назад, да, Саня? Да, я его положу назад, но я в другом видео, наверное, изменю. Давайте в другом видео, если мы соберем на этом видео 100 лайков, да, тогда мы будем, ну, какие-то слаймы изменим. Ну так что, Саня, тогда, может, нет, давай... Нет, мы же еще не все показали. Ну, я надеюсь, что нет. Я не хочу больше тут участвовать в твоих делах. Ну, ты посмотри, если уже делать, так сделаем до конца. Делаем до конца. Давай докажем. Вот, смотрите, быстрее. Вот это вот такой вот розовый слайм, которого контейнер чуть-чуть открывается. Слойненько. Ну, сейчас будет взрыв, мне кажется. Это точно. Я прям вот с камеры это иду понемножечку. Вот, мама. Потому что я не хочу. Я скрыла. Этого взрыва не было. Это мой самый любимый слайм. Самый любимый. Это вот такой флаффи слайм. В него я добавила достаточно много пены. Вот, давайте посмотрим его текстуру. Он вот так кликает. Он, ну, не очень кликает. Делает пузыри хорошо достаточно. Потом вот так бэкфлипы его получается. Хрустит. Давай посмотрим, как. Очень хорошо. Размазывается. О, это баттер слайм. Я этого не знала. И барабанная дробь. Это слайм, который был... Был. Это последний сегодня слайм. Да. Который был оригинал. Был. Был что? Оригинал текстуры. А сейчас он не знаю какой текстуры. Но в него надо пасты. 100%. Паста в помощь! Саня, иди открой, Арка пришла к тебе в гости. Нет, мне надо сделать слайм, доделать. Вот, смотрите, я перемешиваю с пастой. Он начинает липнуть к рукам, и мне это не нравится. Давайте поставим на перемотку, но я уже смешала. Ну вот. Давайте сейчас покажу я вам его текстуру. Давайте. Вот. Кликает. Это, кстати, этот масляный лизун. Делает пузыри. Не очень так хрустит. Вот так хрустит. Я тут собираю остатки. Ну и что? Вычищаем стол. Катаем колбасу, мы катаем колбасу. Ну что, Саня, спасибо тебе. Колбасу. Ты, конечно, порядок не привела ничего, но зато показала много своих красивых слаймов. Спасибо тебе за видеообзор твой. Спасибо за уроки маленькие. Да. Надеюсь, встретимся. Что кто-то что-то для себя увидел. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока. До следующего видео. Пока-пока, Саня.